Вот будем сейчас с главой района тут разбираться, что будем делать в этом в следующем году. Дом культуры нужен? Да. Дорога. Дорога, да. У нас там вообще там плохая дорога. Понятно. Новые дороги, современная школа, спортивные площадки и благоустроенные зоны отдыха. Обо всем этом мечтают жители села УЗИ. Условия для перезагрузки есть. В селе численностью 450 человек, 4 крепких предприятия, которые активно участвуют в жизни села. Сами местные жители – инициаторы многих проектов и участники грантовых конкурсов. Район-то маленький сравнительно. А, допустим, по проектам инициативного бюджетирования, значит, привлекают кратно больше, чем большие районы, где у нас 30 тысяч населения. Это же действие. Это нужно сформировать программу, это нужно общаться с людьми, со спонсорами, это нужно готовить эти документы, у нас это защищать, потому что это бюджетные средства в том числе. Но у них это получается, а у кого-то нет. Поэтому село и станет участником проекта «Деревня будущего». В короткие сроки здесь появится сразу с десяток современных социальных объектов. Запланированы цифровизация ФАПа, строительство нового сельского дома культуры, заасфальтируют дороги, построят жилье для молодых специалистов, а также капитально отремонтируют детский сад и школу. Это коворкинг-зоны, это цифровые решения. Если это агрокласс, то это не просто цветок поставили там какой-нибудь. Значит, и так далее. Это оборудование, это лаборатория. Поэтому теперь вот набор, вот мы подпилотировали на ТикТоке. Так нужно делать везде. Мы не ремонтируем просто. Нам нужно делать так, чтобы дети там хотели других привозить сюда и учиться. В паре километров от села УЗИ еще 4 населенных пункта – Лыстем, Бабашур, Зинкей и Антошкино, которые тоже получат возможности социально-экономического роста, а также, как и УЗИ, станут привлекательными для жизни людей. Елена Обуховская, новости.